Рождественские каникулы – это название Белгородского фестиваля детских хоровых коллективов. По традиции, в начале января его участники песни славят один из главных праздников зимы – Рождество Христово. В этом году фестиваль прошел в седьмой раз и удивил сюрпризами программы. Какими? Расскажет Екатерина Ковалева. Они приехали на фестиваль, чтобы разделить радость светлого праздника Рождества Христова друг с другом. В этом году это более 500 юных вокалистов, и каждый старался передать дух и характер самого радостного православного праздника. Коллектив «Радость» из села Новая Таволжанка не пропустил ни одного фестиваля за 7 лет. Волшебная песня о рождественской ночи разучивалась специально для этого выступления. Мне нравятся эти песни. Там есть радость, там есть любовь, волшебство, чудеса. Мы рады, что мы приезжаем сюда и участвуем. И получаем огромный заряд бодрости и настроения на целый год. А еще чувство сопричастности к большому и светлому празднику. Когда в душе звучит такая песня, говорят организаторы, непременно становишься лучше. Музыка и пение всегда воспитывает самые высокие качества. Цель все-таки сегодняшнего, вот этой рождественского хорового пения, это объединение, это формирование той солидарности маленькой, начиная с детских хоровых коллективов. Интерес к фестивалю «Рождественские каникулы» возрастает. От межрайонных встреч пришли почти к международному уровню. Сегодня в программе новшество и одновременно подарок для гостей фестиваля – выступление иностранцев. Александр – студент Белгородского института искусств и культуры, родом из Сербии. Исполнил народную песню своей страны. Подарок приготовил и Шао Чунбо из Китая, который тоже учится в Белгороде. Он выйдет на сцену со своей рождественской песней. Песня называется «Ночь». Ее очень любят в Китае. Я сегодня спою ее для Белгорода. Творчество и духовность объединяют. На фестивале «Рождественские каникулы» нет победителей и проигравших. Главное – быть искренним в своей вере и почувствовать волшебство и величие праздника. Екатерина Ковалева, Дмитрий Коваленко. Новости Мира Белогорья.